Преподобный Петр, царевич Ордынский, жил в XIII веке. Он был племянником хана Золотой Орды Берке, правнуком Чингисхана. В ранней юности он стал свидетелем того, как святитель Кирилл, епископ ростовский, исцелил его двоюродного брата, сына князя Берке. Во время визита епископа в Орду юноша буквально ходил за ним по пятам и внимательно слушал его слова. Юному потомку ханов не давали покоя рассказы святителя о прекрасных храмах и чудесных иконах, о том, как красиво звучат православные молитвы. Ему хотелось самому убедиться в этом. После отъезда святителя Кирилла из Орды царевич догнал его и упросил взять с собой в Ростов. А в Ростове, в храме Успения Богоматери, в сердце юноши, как рассказывает летописец, взошла новая луна. Ордынский царевич принял крещение с именем Петр. Живя в Ростове, он безупречно овладел русским языком, изучил христианские обычаи и женился. Овдовев, Петр принял монашеский постриг в обители Петра и Павла, которую сам основал на берегу озера Нера после чудесного явления ему апостолов. В соборном Петропавловском храме этого монастыря преподобный Петр был похоронен. Почитание преподобного царевича Петра началось с XIV века.